Йоу-йоу-йоу, всем привет, подписчики. Один подписчик. Привет. В эфире, как мы себя назовем? Джеки Хилл. Джеки Хилл? На английском же надо. Что за? Hello, guys. Hello, guys. Hi, guys. Hi, guys. What's up, bro? Весь английский сейчас это. Chicken McNuffin. Киши. Киши. Вот мы гуляем в центре Алматы. Но мы уже прошли самый центр. Идем по Абая. Ни вверх, ни вниз, а поперек. Просто решили снять видео. Не знаю, может кому-нибудь интересно. Может кто-нибудь сидит за бугром и с Алматы вспоминает свой город. Скучает по нему. Это специально для вас. Special for you. Вот, может быть, кто-нибудь жил в этом доме, Абая 77. И вот. Город не спит, сказать? Как говорится. Город не спит. Сейчас мы переходим Абая Жароково. Следующая улица. Решили пойти пешком с Фуронова, да? Или Панчилова? Да мы, блин, с Арбата идем пешком. Да, до дома. До Абая Жароково. От самого ЦУМа. А живем мы на казахфильме, да? Да. Вот. И решили просто снять видео, то что... Чтобы было больше 10 минут, чтобы была монетизация. Так что мы в этом видео не будем материться. Вам повезло. Да. Мы просто будем идти и говорить то, что видим. Да. Так, как у тебя прошел день, любовь моя? День, а, кстати, я иду... Я иду со своей супругой, своей красавицей. Пока... Наших лиц вы не увидите, потому что нам стрёмно. Когда будет 1000 лайков и там хотя бы 5000 просмотров. Да, когда мы увидим от вас актив, тогда мы покажем свои лица. Представимся вам. Это что, смотри, тут люди тренируются руками. Тренируются, они играют в доту, да, Counter-Strike. Да, дота пицца. Напишите в комментариях, во что вы играете. Кстати, неплохая пицца здесь. Ну, это уже реклама, они нам ничего не заплатили, но Додо пицца, она вкусная. Но вдруг они захотят от нас рекламу, мы с удовольствием рекламируем их пиццу, особенно пицца барбекю. С ихними одинарными соусами, да, этими маленькими. Да, но они везде есть. Мы, если честно, очень давно хотели начать какой-нибудь свой YouTube-канал, чтобы было людям интересно. Пишите внизу в комментариях, что будет вам интересно показать в Алматы. Мы обязательно вам покажем и расскажем. Поэтому будем рады вашей активности в комментариях, в лайках. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь. Пишите нам в комментарии, всем ответим. Потому что комментарии — это святое. Мы должны на них отвечать. Да. Как-никак. Должен быть актив. И позитив. Да, в этом, как говорится, мы гости в этом бренном мире. Давайте жить дружно, в мире и согласии. Это так важно. Да. Было всегда, есть и будет. Так, мы сейчас пойдем дальше куда? В ту сторону? Мы идем сейчас до нашего друга, до мира. Так, в ту сторону, да? Да, по Абая. Не выйдет. Можно и не выйти, именно по идее. Да, пофигу. Они же не знают, кто это. Если только Дамир сам не увидит наше видео. Мы не знаем, мы тут девушек, они просто идут с самого этого. Откуда там? Где шли? ХЗ, по идее. Просто их снимаем. Как эти сталкеры. Давай чуть-чуть. Да нет, давай их снимаем. Давай их не будем обгонять, их будем снимать всю дорогу. Девочки, если вдруг нас увидите, мы за вами не следим. Мы просто идем по городу и гуляем. Да, мы вас не преследуем. Да. Просто вдруг, погоды, вдруг нашим подписчикам понравится этот. Да, спорт кишины. Классно. Воля спорта? Вот здесь спорт такие все, народ, посмотрите. Почему так всегда? Позанимался спортом и пошел похавал в KFC. Да, то, что вредно для организма. Да. Смотри, тоже какое-то освещенное место. Вот Академия спорта и туризма. Вообще, знаете, народ, вот, не знаю, предприниматели, бизнесмены,
хочется вам сказать, чем больше вы вкладываете, ну там понятно, в дизайн, интерьер, все дела, но еще немаловажно, даже если вы работаете там до 11, до 12 часов ночи, то некоторые еще и до 3, до 5, до 6 утра, конкретно в Алматы, вот это освещение, оно просто, знаете, привлекает людей, чтобы зашли к вам, да, и вообще дает столько света и позитива, даже со стороны, вот мы сейчас вот сколько, с каких местах были, и где именно вот такие есть освещения, прям, ну, классно, как говорится, душа радуется, что ли, не знаю. Каждый же человек ищет свет в конце туннеля. Да. Да, ну, просто как бы не касаемо к этой теме, просто говорю, что где есть свет, вообще классно, короче. Вон, покажи. Променад. Где вот? Да, вот про это и говорит моя супруга. Не особо такое, ну, что прям... Где ярко, туда охота вернуться. Да. Где есть свет. А где нету света, ты просто проходишь мимо. Вы здесь... поняли, да, смотрите, где мы только что шли, было как темно. И сколько света дают гирлянды, вот. Это что? Казакайс. Шаурма? Просто шаурмичная. Казакайс. Ну, народ, если вы хотите, мы еще можем, знаете, что для вас снимать. А, мукбан. Кстати, вот еще индигермен. Хотите, мы немного про это место скажем. Но это не реклама. Мы там покушали, но не могу сказать, что это прям... капец топчик, ну, может быть, мы не знали определенных. Что-то там. Так меня не снимают, блин, нет. Да я тебя не снимаю. Ну, так чуть-чуть можно вот так? Окей. И это, немного возмущения, да? Семейные разборки чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, подожди. Сегодня были дигермени. А, да. Там, ну, если хотите, мы будем проснимать про кухню, да, где мы бывает ужинаем, обедаем, да, и так далее, завтракаем даже где-то. Но не могу сказать, что там. Это лично сугубо мое мнение. Может быть, мы не пробовали определенных каких-то вкусных блюд или еще что-то. Но как-то там, ну, не айс. Ну, типа на три, троечку. Курица, курица. Курица и рис понравилось. Но мы просто не все пробовали. Там типа был сет. Ну, то, что я не знаю, как он называется, сет, где есть типа и шашлыки. Нарезка вот этого вот мяса, любимое караоке, любимое караоке, это караоке для эгоистов, я буду петь, любимое караоке, мы уже, наверное, все дома похавали, ну, короче, в Дигермене так себе, мы были в этом... Вот центральный стадион, в той стороне, не беспокойся, ты не влазишь в кадр. Это не из-за того, что мы поели. Хосе, кстати, очень вкусно. Но здесь хосе нету. Нет. Мы уже его прошли. Есть? Нет, в смысле, если вы хотите, напишите, пожалуйста, в комментариях внизу. Хотите, мы с вами будем делиться своим личным мнением, вкуса там нет. Что особенно в этом месте. Йоу, кто себя увидит в этом дегермении, поставьте лайк. Комментарий. Запах, знаете, как в Таиланде, где проходишь мимо таких... Стритфуд, да? Да, да, да. Прям... Чувствуете? Это вот ай-яй-яй чикен. Там чуть через дорогу мономейка. Вот смотрите, тут не очень светло. Наверное, снимать здесь не будем уже. Просто темно, зачем это снимать? Ты что, нам еще надо на 10 минут наснимать? А сколько минут? Уже 8 прошло. Ну ладно, еще 2 минуты, да? Ну вы смотрите видео до конца. Потому что оно будет больше, чем 10 минут. И, кстати, напишите в комментарии, что вы думаете от Зои Салдани. Вон там, если вы видите, вон ами, актриса Зои Салдани. Ебой, что-то она пилит, разошлась. Вы слышите, как она угорает? Они нас обогнали, надо, чтобы мы шли сзади. Да, а вот, это ты хвалила Гиппо Бургер? Не то, чтобы я хвалила, но многие алматинцы говорят, что это типа бургер, типа там студенческий бургер. О, Каганат, боже. Где? Каганат — это просто, не знаю, место. А, там? Народ, когда я сама была студенткой, я питалась в этом Каганате, это капец вкусно, я давно там не была. Кстати, давай где-то туда сходим, их очень много точек. Кстати, вот Гиппо опять тот же. А, ну. Ну, мы здесь с тобой брали, помнишь? На Докинте. А, ты говорю про Баханди бургер, да? Да, Баханди типа вкусный. И еще какой-то бургер черный. Блэкстар? Нет, Блэкстар тоже мы пробовали вообще.
Черный бургер? Нет, там типа... Вот видите, про что мы и говорим. Темная улица. Туда никто не хочет идти, потому что там темно. Хотя город миллионник. Вот тут уже как бы и Алмалинский район, по идее, да? Но уже темно, хоть и улица Абая. Вот Каганат. Кстати, вот Каганат. Место, где всегда было вкусно. Мы давно там не были, но ходите, мы обязательно для вас снимем именно блюдо, которое нравится в Каганате, знаете, говорите? Ну, не только в Каганате. Я в этом Каганате, знаешь, когда был последний раз? Очень давно. В 17-м, или когда? Когда мне было 17 лет. Но это не в 17-м году было. Опс! Ну, да. Но мы не будем говорить, сколько нам лет. Поэтому заходите смотреть. Вот опять много света, приятно идти. Хоть и места закрыты, но освещены. Скорее. Корейская косметика. Ставьте лайк, кто пользуется корейской косметикой. Или ваши жены, подруги пользуются корейской косметикой. Блин, я хочу в Каганат сходить. Не хочу туда идти. 24/7. Столовка обычная. Не, ну там вкусная столовка, народ. Иногда ну, вкусно, просто, да. Иногда ходу просто вкусно поесть. Не обязательно прям дорого поесть. А лучше всего... Кушать дома. Да. Ставьте лайки, кто кушает дома. Напишите внизу, пожалуйста, кто с Алматы или кто здесь бывал, какие места вам нравятся. Наши 5 подписчиков, напишите, кто откуда. Может, не 5, может быть, уже больше, такие, да? Но у меня же есть YouTube-канал, там 5 подписчиков у меня. Да? Да. Я и то его создал, этот канал, когда? В 13-м году, наверное. Давно, капец. Это я не знаю, что это. Прошу прощения за мою неграмотность. Ну, здание, короче, советских времен, которое сохранилось по сей день. И оно очень красивое. Можете написать внизу, кто знает? Да. Кто знает, тот напиши. А кто не знает, и народ, промолчи. Кто знает, где в городе Алматы ставят юрты? На Наурыз? Да. Кстати, скоро праздник Наурыз. Да. Великий казахский праздник. Наурыз под Тубалсом. Это Новый год по-казахски. Да, Новый год только наступит, кстати, у нас. Надеюсь, он начнется хорошо. Да. Вообще мы желаем мира во всем мире. Честно, вот искренне. Я считаю, что многие раньше не понимали этого смысла в этих словах. Просто, ну как бы, даже если было понимание, не было осознания того, что как прекрасно жить в мирном мире, в мирной стране, в развитой стране. Поэтому давайте просто будем, в конце концов, людьми. Человек не должен умереть, человек, который бы мог бы, знаете, просто так помогать людям, да? Просто так, какое-то вот доброжелательное отношение. Как говорится, человек должен начать с себя в первую очередь. Если ты хочешь, чтобы не сорили, начни с себя. Если ты не хочешь, чтобы с тобой как-то так... Просто, да. Если хочешь жить в лучшем мире, да. Начни с себя. Просто, когда ты начнешь с себя, какая-то философия пошла, да, народ? Да. Вам вообще интересно нас слушать? Напишите, пожалуйста, внизу нам просто... Ну, кто досмотрел до этой минуты... Да, нам интересно. Тому, наверное, точно интересно, что уже мы будем время, говорить. Уже время, смотри, сколько. Мы наговорили на 14 минут. Вот, для... Ютуберов это фигня. Ну ладно, начнем с малого, как говорится. Вот, кстати, у нас впереди метро. Только мы не знаем, какая это станция. Да. Но это одна единственная ветка Алматы. Так что давайте, народ, мы на этой ноте с вами попрощаемся. Если вам почему попрощаемся? Давай еще дальше поговорим. Нет. Не хочешь? Пусть будет так, что мы заканчиваем на этой минуте. Каждую неделю будем снимать по одному видео по выходным. В субботу либо в воскресенье, по возможности. И будем делиться с вами. Ну, не знаю. Вы напишите в комментариях, там, что вам интересно. Ждите прогулки. Нас ровно через неделю. Да, да, прогулки по Алмате. Еда. Какой формат вас интересует? Да, мы будем с вами делиться. Кроме пранков. Да. А то пранки будет снимать только моя супруга надо мной. Если интересно, я могу это делать. Тоже напишите. Нет, не пишите. Напишите. Всем мира и добра. Peace, love.